В Москве прошла премьера фильма «Каникулы президента». Что удивительно, коллег-актеров, желающих поддержать кино, было немного. Зато именитых блогеров в разы больше, чем обычно. Всему виной Настасья Самбурская, которая исполнила одну из главных ролей. И если она от прессы буквально убегала, то представители блогосферы из числа группы поддержки были куда сговорчивей. Я замуж выхожу, я не хвастаюсь. Отмечать скромно столь долгожданное событие Ида не планирует. Торжество пройдет с размахом, как и подобает кавказским свадьбам. Правда, все хлопоты девушка возложила на специально обученных людей, оставив себе лишь самые приятные. Единственное, что я сделала, приехала и померила платье пока что. Уже выбрала? Да, 4. Слушай, но там не барды, мне их подарили. И пока одни делились радостями от предстоящей семейной жизни, другие рассуждали на тему, а как же все-таки отдыхает наш президент? Я думаю, что, наверное, где-нибудь на Сен-Барте. У него какая-то лодка пятиэтажная. Хотя такие домыслы скорее продиктованы личным впечатлением, опрометчиво сообщив о котором, Рудова и сама растерялась. Я была на Сен-Барте, не на пятиэтажной лодке, но там действительно хорошо. Президентом? Не нашей страны, такая вдруг, да, спойлер.